Щучинцев – это седьмой чемпионат. 2018 год, дебютный, шестое место. Следующий, 2019, третье место, бронзовый успех. 2020, четвертое место, затем дважды щучинцы становились серебряными призерами в 2021-2022 годах. Ну и в прошлом году было четвертое итоговое место. Таким образом, в трех из шести своих чемпионатах щучинцы у нас были в числе призеров. Два серебра, одна бронза. Государственный гимн Республики Беларусь. Седьмой номер Алексей Свистов. Он выступал в той гродненской команде, которая в 18-19 годах стала победителем нашего чемпионата по пляжному футболу. Уже не первый сезон он играл. Щучинцы. Ну, а это с левого фланга, как вы видели, у Олега Гапона, Дмитрия Шишина по 14, больше. Александр Шалин, Юрка, 16. Артемий Дрозд, 20. Сор, понятно. Еще становится 6-4.